Ну, короче, давай попробуем. Утилиты, редактор сценариев, многопольная издавательская хуйня. А, что здесь? Как там, блядь? Укрепление карбонилия. Окей. Сука, сейчас мы укрепимся, бля. Третий сценарий. А он вообще по порядку? Чат, не могу посмотреть. Тут. Нихуя. Просто джаггернаут, блядь, схода. Ебануться. Наступательный. Вот это режим бы еще, блядь, стоял бы оборонительный. Было бы неплохо. Так, что там? Вот эту хуйню нажимаем. Корону. Кто у нас тут? Мянцы, винчи, блядь. Пацу, лацу. Какой-то, блядь, хуй знает. Кто это? Заключенные. Тюрьма какая-то охуенная. Леопольдо, блядь, ёбаный свет. Кто это? Какой-то кент. Ну, у нас зеленый цвет. Короче, тест нажимаем. Чё там, Ларка Ступ, нет? Город Карбонили, столица Леопольда, блядь. Это огромный промышленный город, жители которого страдают от тирании. Ёбаный свет, сука. Сейчас мы его, блядь, проучим. Взяв эту индустриальную крепость, мы лишим Леопольда власти и освободим местных горожан. Однако в одиночку сил у нас не хватает. Конечно, блядь. Вокруг города устроена мощная оборона, а сильная армия Карбонила. Короче, пиздец. Однако в этом регионе также находится некий сеньор Лацио. Он заявляет, что является охуенным пацаном. Скорее всего, это ложь, но цели у нас общие. Давай, бля, сейчас нахуй. Так, мы здесь. Карту немножко поверну. А этот кент с другой стороны. И чё, типа союзник? Чешо. Так, и откуда будут идти? Ну хуй знает. Сразу город въебем. Так, сюда. Следование. Ну, блять, хуй знает. Так сделаем. Здесь. Давай, шахтеров, хуй на них. Так, чё? Пока не буду исследовать эту хуйню. Так, поиграем. Так, шахтеры. Не крепость сразу охота въебать, а то кто-то будет идти, блядь, сейчас нападать. Сразу бы неплохо. Чё она у нас? 225. Подождем немного, блядь. Кстати, блядь. Не понял. Ну-ка, стопэ. Пауза, блядь. Я, оказывается, за двоих играю. Ёбаный свет. Так это всем все меняет. Так. Лацио. Это у нас Роберто вот этот сверху. Так. Наносит урон. И причем сейчас он больше, он как прокачанный у нас стал. Нихуя себе, 600. Третий уровень. Вообще неплохо. А вот это у нас Лацио, блядь. И при том, что у него совершенно другой город. Ну это, короче, за двоих играем. Че у него там, блядь? Группа 3, блядь. Ну, давай на 2 назначим. Это получается эти. Это эти у меня. Группа 3 это чё? Это эти, этот город. Ну тут хуй знает уже. Будут нападать на него, нет. Давай здесь наоборот сделаем. Здесь поставим крепость. Немножко вперед сейчас выйдем. Так, ну и что там? Исследование наебнем. Хуй знает, ну. Давай вот так сделаем. Так. И шахтер одного построим, блядь. А чё он еще может у нас? Давай хули будем разработки тоже хуярить. Так, отсюда-то не пойдут никто, блядь. То есть пойдут, блядь, сейчас. Его знает. И построим тогда.
Так, пускай стоит пока. Ну и тут у нас чё? Нихуя тут все исследования. А пока не будем исследовать ничего. Вот они, петухи, пошли. Причем смотри, как разъебывают. Слышь, нихуя, карбонильский танк, блядь, 970, и тут нихуя себе. Не, это надо съебывать отсюда, это по-любому. Ну а так его издалека, конечно, разъебать. Сейчас же гернаутом подаем этих петухов. Паук заебал, нахуй. Нихуя танки, смотри, идут. У нас крепость достроилась. Ну и пизду и съебываем отсюда, нахуй. Паук ебанутый сейчас сдохнет. Это вот этот режим ебаный у них. Все, паук минус. Ну и тут хули. Ходим, блядь. Смотри, нихуя у него скорость атаки охуевшая, да? Пизда просто, ебать. И челики идут, смотри, нихуя. Сука, вот это замес. Ну-ка, а здесь что? Здесь, короче, тихо пока. Так. Хуй знает, тут тоже что-то строить надо этого чё. Это еще изобретать ему надо. Ну ладно, изобретем. Пускай прокачивается. Так, и шахта одна хуевенькая. Прокачаем золото. Крепость стоит. Кстати, кто-то ебашивает уже, что ли? Отойдем немного, блядь. Ну а тут, конечно, пиздец, смотри, нихуя. ХП у него, блядь, 970. Атака охуенно быстрая. Сейчас еще наш джаггернаут разъебет. Ну-ка, успеет починить, нет? Успел. Надо отвезти его в пизду. И мушкетеров делать. А, так пока более-менее, но танки, конечно, очень жесткие. Просто пиздец. Так, эти у нас стоят, вала и будут. Давай. Че, город надо, ну хуй с ним. Кстати говоря, он тоже может эти исследования ебаные делать, но что это даст? Пока не будем, блядь, через исследования играть вообще. С Тимонием все хуево. Тут города надо ждать. Пока вроде не нападает никто. Так, а че у нас, значит? Победить петуха и дополнительная хуйня какая-то. Надо сначала оборону какую-то сделать. Так. Все через одну шахту пока. Где-то что-то, какую-то добычу не видно. Смотри, нихуя я тут не строил, блядь, этих, сука, караваны ебаные. Сейчас проебу вообще из-за этого. Так. Вот один сохранился.
Нихуя он ебанулся, бля. Так, ну эту хуйню способность мы юзаем джаггернаута. Это все понятно. Пехотку производим. Есть что? Здесь нихуя. На крепость летит, что ли? Тут город сейчас въебем. Так, кто-то пошел. Вот они, блядь. Не, в пизду. Иди назад. Давай, крепости, блядь. Куда эти типы разъебывают? Карбонийские, блядь. Ну-ка, у этих чё? Ну это вообще милики, блядь. Сейчас мы им поставим вот эту хуйню. Давай-ка, ну-ка, разъеби их. Давай еще там, блядь. Сука, тормоз такой, пизда. На, нахуй. Немножко наебнул. Ну и нормально, и пускай так. Так, рыцари. Драгуны. Драгунов сюда поближе. Опа, нихуя. Давай-ка все разъебываем его нахуй. Сейчас разъебет еще нам. Сука, он не застанился или че, блядь? Это петушара, блядь. Так, сейчас город поставлю. Казарм, кстати, по-моему, нету. Ну-ка, че, ну давай разведаем, блядь, что за хуйня. Назад все, блядь. Чинимся. Ставим казарму. Сюда и башим. Так. Давай эту хуйню вкачаем, пускай немножко добывается. Так, что у нас зеленый? Нихуя крепость разъебанная, ебаная все. Жигернаут вылез какого-то хуя. Да и хуй на него, блядь. Я так думаю, блядь. Еще крепость въебем. И заебись будет. Так, здесь что? Здесь поклепаем юнитов пока. Так, а что у нас вообще? Вот у нас мушкетеры, к примеру, атака 6, ну это вообще дефолтная, а вот этих петухи что? Ну, это тоже дефолтно, значит хп побольше, конечно. Так, сейчас крепость достроится, вообще заебись будет. Наверное. Хоть отпор будет получше. Ну, да, да и там бы, кстати, неплохо. Но, сука, они не могут друг другу бабки передать. Вот что хуёво. Так, кто-то разъебал мои эти. Так, тут что, бункера стоят? Ну, все понятно. Пока лезть на них смысла нет, блядь. Тихо, нахуй, съебались.
Вон тут дожи все эти вот эти можно понапризывать, блядь. Ебануться. Ну-ка давайте-ка, блядь. Растопчем этих петухов. Давай, нахуй. Нихуй въебываться. Все, съебываем. Сейчас все поназаменяется этими, блядь, мушкетерами там. Че там? Сколько их уже неплохо. Так, здесь что? А ты ебанулся, ну-ка отойди. Джекернаут тоже ебанулся, блядь. Кто-то лезет постоянно. Так, ну и что-то ресурсов дохуища здесь. Давай, что там, блядь. Так, сюда 6. Ну, две крепости заебись, разъебывают. Повеселее как-то. Тоже надо поднакопить на крепость, блядь. Караваны кто-то разъебал, блядь. Только с этой хуйней торгуют. Кстати, улучшить надо. И тут, сука, тоже кто-то разъебал, по-моему, караваны эти, блядь, летающие. Что золота чуть нихуя нету. Хорош, ну-ка, что у него там? ХП до хуища просто. Охуенно тяжелая хуйня. Ну прям ебануться, блять. Пиратский перехватчик с подкрученным охуенным ХП. И петух едет, ебаное все. Где этот? Давай-ка стреляй нам. Разъебываем его. Давай-ка подлечимся. И съебись, ебаный ты джиггернаут. Так, а здесь еще город построим. Че у нас там, блядь? Два торговых. Давай военные еще въебем. Где? Так. И еще два надо, говорит. Хуй знает. Давай въебем два таких промышленных. Может, я вообще их потом настрою опять. Так, их надо починить. Тут тоже бы неплохо. Я. Там походу что-нибудь там на 20-й минуте. Сука, кто-то заебал уже атаковать. Сигим как сделает там на 20-й минуте, блять, какой-нибудь Левиафан придет. А я тут, блять, со своей пехотой сижу. Меня и страдаю. Так, что-то наш построить город, блять. А, нет, этот великий построил. Ну и чё? Этот, блядь, не лечит нихуя. Перехватчики лютые, конечно. Блядь.
Так, тут у нас две этой хуйни есть. Ну что, по стандарту, блядь, хули эти войны, по стандарту ебашим. Сука. Так, город я тут уебывал. Есть ли смысл вот эту хуйню строить или крепость подождать? Сейчас вторую крепость, наверное, въебем. Так, пошла еще атака. Пойдем попадаем этих дураков, блядь. Нахуй, сейчас как раздавлю, блядь. Сука, танк едет, блядь. Нет, пизду. Заебись, напали. Заебись, что вот эта хуйня у него работает, что переключаться, блядь. Как бы он расхуярил эту крепость ебаную. Сейчас мы просто еще одну въебем. И калькулятор въебать, золото хоть добывается. Так, внизу пока тихо. Да. Чё построим, блядь? Калькулятор можно построить. Джиггернаут заебал. В принципе, можно его изучить, блять. Даже улучшить там можно будет. Вот так как Сигим будет отключать компанию, то ну его нахуй. Так. Строим город охуевший. И там надо подумать, какие еще построить районы. Если бы он их не по одному прислал, а по два, вообще бы неплохо было. Разъебал бы крепость к хуям. Так, тут что? Хуй с ним, давайте Мони. Так, что на калькулятор въебем, да? Калькулятор. Немножко золотишко перекинем. Ты, сука, ну-ка отойди. Ну-ка, две крепости. У него атака, блядь, осадная, охуевшая тоже, смотри. Вообще неплохо разъебывает. Ну-ка, у этого чё? 11, блядь. Пол крепости разъебал. И вторая крепость, так мы его охуели. Что-то внизу нападают, блядь. Почти разъебал крепость.
Ёбаный в рот. Катка на выживание, бля. Так, кто вот тут разъебывает? Нахуй ты так стоишь? На, нахуй. И съебался. Да ты ебанулся, бля. Дальность охуевшая, кстати. Ну-ка, дальность, блядь. Пизда просто. Против наземных. Охуевшая дальность. Охуевший пацан. Танк ебаный. Драгуны заебись юнит, что он на ходу стреляет. Вообще неплохо. Так, что, блять, лучшим калькулятор. Два танка, три танка. Ебать, нихуя, смотри за месяц какой будет. Кстати, там улучшается. Сейчас улучшится. Так, тут что, тут уже по два стало лететь, как я и хотел. Тут сейчас, наверное, придет охуевшая хуйня. Это не откатилось еще нихуя. Так, зато что мы можем. Так, в городе что-то построить. Так, а следующее у нас исследование, что будет? Штурм. Паровая фабрика. Неплохо, кстати, Зика будет заюзать. Хуй знает, короче. Возьмем, построим один. Караваны все разъебали. Давай один построим. Наверху вообще, наверное, пизда. Смотри, нихуя. Один танк разъебали, ладно. Вот этот танк фуловый. Сиди его. И как-то этим ребятам съебаться надо. Ну и все. Мне кажется, что там на 30-й минуте по-любому левиафаны пойдут вместо танков. Так, а здесь что? Здесь. Просто я хочу въебать бункер для дополнительной поддержки, бля. Ну и что? Ну и давай паровую хуйню. Исследуем. Нахуй нам штурм. Здесь. Давай немножко улучшим, блядь, золото и хилку. Ну и что по...
По строительству пехоты наймнем немножко. Да, у нас идет там, давай сюда. Так. Так, это хуйня. Здесь. Здесь, кстати, дохуище ресурсов уже. Можно просто пообменять. Сейчас понастроить какую-нибудь хуйни. Третью крепость неохота. Ну давай также бункер въебем. Так, бункер стоит, все заебись. Так, вот хуй его знает, уничтожение. Давай, блядь. Так, ну и два ряда мы можем использовать. Это нет смысла, блядь. Истребители. Хуй знает, нахуй нам истребитель. Аэродрома здесь нет. Ну а что тогда делать? Шахтера ебаного. Куда вы пошли, только я хуй его знает. Смотри, куда бегут, хуй пойми. О, хэс. Ну-ка, давай-ка, разъеба. Сука, он чё? Кстати говоря, был третий, стал четвертый уровень. Каким хуем? Четыре звезды показывает. Непонятно. Так, а крепость у нас посильнее, нет? Я же Зика же еще не брал. А, вот он Зик. И форм нету никаких. Это, блядь, чисто разведчик. Зато толстый, какой охуенный разведчик. А уж разъебывай, пиздец. Здесь. Нихуя караван охуеть. Надо будет этот островок. А как туда, блядь, добраться-то, пиздец? Ладно, вон где-то сверху. Надо вокруг, походу, обходить. Так, починим. Ну, вы, конечно, охуенные ребята, блядь. Ну-ка, съебитесь-ка. Вот сюда. Ты тоже, блядь. А как это, сука, он, блядь, только по наземной хуярит? Чё за хуйня? Ведь воздух не атакует нихуя. Ну, огонь теперь заебись. Так, фабрика усиленная у нас. Есть ли смысл еще ставить район? Что там дальше-то, блядь? Шахтера возьму нахуй, да и все. Потом еще два останется построить. Тут нихуя, кстати. Очков этих сейчас как полно изучаем. Так, ну вот это все хуйню. Город еще, кстати, надо строить. Золотишко нахуя один караванчик добывает. Так, вот эту хуйню улучшим. Три района, говоришь, какие у нас стоит? Два военных, один торговый. Ну, хуй знает. Давай сделаем военных три штуки. И сделаем великий город. Караван не буду строить, разъебывают. Чё, кстати, по исследовательским лабораториям? Давай бур въебем. Пройдут хоть. Он, походу, с нами не торгует.
Надо что-то захватить, шахты ебаные. Так, что дальность у бункера? 16, как у этого, блядь. Достает, сука. Так, смотрим на эту хуйню. Так, здесь давай телескоп гребем тоже. Хорошо, что он сплэшем не башит по двум целям сразу. Да, вообще здраво. Че атака у них? Насадная вообще по хуйне. Ну-ка. Наземная помощнее так-то. Противовоздушный вообще охуевший, но тут воздуха-то и нет у нас. Так, ну чё, шахтера ебаного возьмем. Строим вот эту хуйню. Так, один съебался. Давай-ка, добывай. Ну-ка, 27. Неплохо. Заебца. Так, давай-ка мы разведаем вот здесь. Что за хуйня? Быстренько починим. Так, ну потом пушек понамутим, блядь. Нихуя, кстати, ресурсов охуеть. Вторую казарму въебем. Что с городом? Что, кстати, с исследованием улучшить хпшечку, это вообще охуенно. Но вот насчет паровых пушек я бы не отказался вот этот цепелин построить. Механизация — это хуйня, точнее улучшенные шахты. Короче, делаем вот так. Здесь что? Да вы ебанулись, ребята, бля, съебитесь. Скорость атаки охуевшая у танка вообще. Вообще четкая. Так, что исследуем? ХПшечку или уничтожение? Да, уничтожение на всякий случай. Что у нас с районами? 5 военных стоит, один торговый. Построить здесь исследование, что-то хуй его знает, надо, нет. О, тюрьма, нихуя себе. Что здесь? Тюрьма. Так, дополнительное задание. Леопольда держит примкнувшие, то, что к восстанию кондотьеров в тюрьме. Если мы сможем организовать побег, то получим дополнительные силы. Это вообще охуенно. Может, там герой какой будет? Так, кто здесь у нас? Хуй знает, обычные юниты. Может, надо туда пойти, короче, и вообще здесь базу выбить как-то, блядь. Вот этих петухов разъебать. Взять там, понастроить что-нибудь. Так, исследуем. Вот эту хуйню вообще здравая тема будет. Вообще.
вообще будет охуенно. Давай-ка сюда. Он еще и поддержку охуенную по земле дает. Так, золотишко или построим пока еще? Ну, бур построим, блядь. То, что герой не атакует воздух, это вообще мега хуево. Вот этот пацан. Ему постоянно какая-то поддержка нужна по воздуху. Так, улучшаем. Еще какое-то топ-задание, скорее всего, в этой части будет. Но это надо разведать, как-то разъебать эти бункера сначала. Интересно, что у них с радиусом? 12. О, хорош, прибыл наш товарищ. Кстати, что у нас по населению? Вообще можно еще дохуища построить. Они у нас стоят двоечку. Десяточек ебанем. Ну-ка, здесь что? Так, здесь у меня одна, здесь еще давай. Ладно, пока со мной построим. Тоже десяточки въебьем. Так, ну и поменять можно, в принципе. Так, бур улучшаем. Я вот, кстати, думаю, тут надо как-то пройти, что ли, сюда. Так, а что у нас здесь? Здесь вон казармы есть. Нихуя. Так, и тут шахта. Ну это надо их разъебать точно, блядь. Я-то хуй знает, если я сейчас тут построю крепость, например. Что будет? Защита неплохая. Хуй что они разъебут. Вот этот, кстати, заебал. Ну-ка давай-ка сюда. Блядь. Они будут спавниться и, блять, с этой хуйней постоянно, с мечом, с этим, блять. Так, надо, короче, организовать вот сюда вылазку как-то. Тут территорию увеличить, тоже крепость можно въебать. Эту хуйню, кстати, купить можно. Сейчас тут построим, короче, построим бур по исследованиям. Это, по-моему, последняя линейка исследований, седьмая. Ну что мы сделаем? Мы сделаем, блядь, крепость, я думаю. Пускай. Быстрее башни строятся, уже неплохо. Рискнем. Так, истребители, блядь. Нахуй нам истребители, блядь, вот это сделаем. Производство, конечно, мега медленное. Здесь у нас промышленных нету. Четыре района еще можно въебать, но каких? Так как ресурсы добываются, можно, блять, въебать, но смысл? Так, все заебись. Хуй знает, такие тоже построить, что ли, райончики. А, ну пока пускай так стоит вся эта хуйня. Потом достроить, и чё? Вот он пришел, товарищ. Ну, давай. Раз. Всех отправляем на него. Где, кстати, наш джаггернаут? Я его что, въебал? Он должен еще чиниться, кстати говоря. Ну просто сейчас. Где ты, сука? Давай. Опа. На стане, блядь. Сейчас просто его все разъебут.
ХП 7200. Охуеть. Успеет чиниться, нет? Не, его разъебут. Разъебали. Сухопутный причем. Этот вообще охуел, пехоту давить поехал. Давайте-ка все его ребята разъебываем. Разъебали. Так, забрали пехотки. Там сверху поди тоже пойдет, блять. Нет, пока не пойдет. Интересно, будет ли он один или спавнить. Наверное, круто будет, если их спавнить, ну, типа, каждый там 5 минут, каждый там 3 минуты, блять. Что вот я вот одного разъебал, и потом еще пойдет. Ну, я не знаю, как там написано у Сигима. Но если два, вот здесь и сверху, и снизу, типа, если пойдет, это вообще мега кайфово будет. На большой сложности. Так, здесь мы делаем эту хуйню. Я и хотел. Улучшаем крепость по хпшке. Будет вообще заебись. Вот у него сейчас что? У него сейчас 1925. Здесь, короче, ресурсов заебись. Поэтому. Что здесь? Ебем. Вот так, наверное. Интересно, кто тут будет ее разъебывать. Здесь, наверное, есть ребята. Здесь еще у нас промышленная есть. Ну-ка. А может это нет? Это не поможет, конечно. Не разъебут. Ладно, бля, пидорасы, сука. Сейчас мы сюда придем. Тут-то все заебись. Давай-ка вот сюда направляй своих ребят. Здесь немножко мы выкупим эту хуйню, короче, за желтого, за синего, ту нижнюю. Возьмем этих юнитов сюда. Это все как положено. Улучшим. Ну и тут эти пока не пойдут. Мы здесь недалеко. Хотя. Построим один хуй. Так. Хуй узнает, может придут. И вот здесь сейчас крепость въебу, чтобы родник защищать. Так, что у нас по крепости улучшилось? Вообще крепость охуенная теперь стала. Теперь нам похуй. Ну ты охуел, конечно, пацан, блядь. Дальность вот этого охуенная двадцатка просто, блядь. Ну и все, и дальше остаются какие атаки обычные, какие и были. Вот вопрос в левиафанах, будут ли еще, как говорится, more, give me more. Так, что у них, кстати, по этой хуйне, ну-ка. Ай, блядь, плавильню, блядь, сейчас въебем. Давай еще пушкаряк. Давай уже, блядь, короче, строим, да. Я сейчас тебя разъебу, блядь. Будешь мне... атаковать тут, блядь. Так, кто тут? Спокойно, блядь. Давай сюда, короче, нахуй. Достраивай. Так,
Ну, конвертировать можно сейчас. Что-нибудь подстроить. Так, тут, допустим, плавильню. Крепости, кстати, сами чинятся, и это охуенно. Сейчас эта хуйня придет, походу должна чиниться. Ну-ка. 6, сука, чинись. О, чинится. Но медленно чинится. Так она быстрее чинится. Вот это охуенная какая-то хуйня дымящаяся. Что тут, фуловый город, короче, здесь что-то надо въебать. Стоит ли? На ресурсы попробую, что-то построим на торговых, блядь. Парочку. О, исследуем эту хуйню. Плавильня охуенная. Давай вот сюда. Присылай воинов. Здесь шахту въебем. Еще пушкарик. Так, что-то там случилось, блядь, что за хуйня? Один из трех? Че один из трех? Что-то я замутил. А, освободились они. А как они, блядь, освободить? Кто это, блядь? Кто-то разъебал, короче, эту хуйню. Два из трех даже, нихуя. Короче, атакуем всю хуйню, что видим. Сейчас давай-ка проедемся. Сюда. Хорош. Давай разъебывай их. А вы хули там стоите, блядь? Кстати, нихуя он там хуевший. 480 хп, блядь, жирный падла. Человек, блядь. Хуя парень. И при том, ну это только второе улучшение, он оранжевый. Красный это супер тяжелый, блядь. Вообще, наверное, охуевший. Косарь хп, наверное, блядь. Так, все, разъебали. Че вы тут кого хуярите? Иди сюда, блядь. Ворота ебаши. Ну тут давай-ка, блядь. Кстати, ебануться. Аэродром. А, это зеленый, подожди-ка. Откуда у него аэродром-то, блядь, появился? Ёбаное все. Расширяет национальные границы. Сука, или я его не заметил вначале, или у этих его нет. Нет, у этих нету. Еще одну хуйню построим. Это здесь. Так, что тут все заебись. Торговать, наверное, надеюсь, не разъебут сейчас. Давай еще, короче, все, финал. Ебанем здесь, короче, эту хуйню. Этих я всех освободил, товарищей. Так, выйдите-ка сюда. Так, что там, блядь, было? Какой-то юнит. Так, с тюрьмы, блядь, всех освободил. И что это нам дало? Два охуенных очка умений. Еще скрытое задание есть, но это в темной вот этой хуйне по-любому. Какая-нибудь, блядь, лаборатория. Там. Какая-нибудь электростанция там, допустим. Строить их до предела надо. Сейчас мы, блядь. Во-первых, вот здесь вот так. Десяточку ебанем пока. Давай-ка, блядь, не базарь лучше. Вот так вот. Тут пехоты, конечно, заебись, но не так дохуя, как хотелось бы. Давай-ка, блядь. Точек и в нем карбонитские мушкетеры.
Кстати, с промышленными районами он как производство идет охуенно быстро. Механический парень нам, блядь, добычу ускорил. Бункер, интересно, улучшается ХП? Не, нихуя. Пятера. Ну и две, конечно, этих ебу, чтоб, блять. Где их, блять, ебать-то, блять. Или вы тут делаете? Давайте сюда, на передовую, блять. Все, заебись. Политику, кстати, можно тоже въебать, понастроить этих ебаных. Будет изматывание, блять. Так, штурм сокращается, стоимость городов, ну это все хуйня, конечно. Границы тут, наверное, самый прикол. О, воинов заебись стало уже. Так, аэродром у нас у зеленых получается. Только сейчас поглядим, блин. Аэродромчик построим. Топовый юнит. ХП, конечно, маловато, могут его разъебать. Бля. Пизду вас, блять, мушкетеры ебущие. Хотя хуй с ним, сидите в бункере, так и быть. Так, ну давай, блять, еще построим. Дирижабль, так и знал. Сейчас мы всю эту пидоту разъебем. Пушку улучшать не будем. Здесь, кстати, так, ну что, это все равно на уступе все. Доп задание, надо сюда прорваться, блять, сейчас эти пускай обороняются. Неплохо. Чё у них у бункера, ну-ка. Пятерик также. Сука, не откатилась еще. Все, бункера нету, блять, можно наступать. Сейчас здесь разъебем еще.
производство пиздец медленное, конечно. Пушки не разъебывают пока. Все, заебись. Ну охуеть, блять. Ща мы тут уебем, что-нибудь территорию увеличим. Так вот. Здесь заебись. Надо вот этих петухов подразъебать. Наверное, это доп задание, блядь. Они, кстати, меня уже заебали. Давай-ка. А зеленые. Зеленые сейчас выкупят. Здесь. И здесь можно, блядь. Крепость въебем, они вообще охуеют. Ну и пошли сюда, блин, тоже. Да ладно, блять. Да, пехоте нахуй. Сука, разъебал просто всю пехоту. На, к бараке построим еще. Так, еще тут, бля. Охуевшие танки вообще. Мега крутые. В принципе, ничего нерфить не надо, они и так заебись. Так, что у нас там, ну-ка. Да сука, 4 секунды. 40 секунд, сука. Ладно, здесь все захватили. Кстати, что там доп задание-то? Хуй знает. Надо, короче, темную вот эту хуйню разведать, все. Слушай, нихуя тут пришло, блядь. Давай-ка отступим. Пушками хотя бы. Я пацанов пришло, смотри сколько нахуй. Ебать, надо что-то массовое нахуй.
Ныкайтесь там. Сейчас это вся параша разъебет. Так, ну раз здесь все захвачено. Тут у нас даже, блядь, крепость зеленая стоит, охуевшая. Ну-ка, а на территории желтой можем крепость строить? Можем. Так, сделаем. И всех этих желтых, блядь. Желтых, я говорю. Отправляем вот сюда. И вот эту хуйню тоже сюда начнем вводить. Плохо так стали тут нападать. Чё говоришь? Хуярить их. Тихо сказал. Хуярить их? Смотри, нихуя крепость разъебали. Это вообще печальная хуйня. А чё у нас снаряды? У кого? Ну, у меня джиггернаут. Чего у джиггернаута? ХП? Я говорю, блять, снаряды булку летят. А, хуй знает. Зато как он быстро их стреляет ими, да, вообще пиздец. Сука, давай-ка починись. Сука, что тут атакуют постоянно? И желтого, и зеленого. Так, давай-ка, бля, пацанов тут нахуй. Вот застанем, но сейчас откатится эта хуйня на всякий случай. Сам создаешь или там что-то спавни? Войска. Кто? Все сам создаю. Я сейчас въебу просто свою зеленую крепость здесь. Да, а, это кооперативная что ли? Ну, это, короче, типа я за двух играю. Из-за этого, из-за этого. Ну, тут, короче, им баблишко передать нельзя. Как вот, например, где Эленору чинишь, там, блядь, баблишко можно было передать. Может, дипломатику брать. Ну. Бля, пошли в атаку. Хуя он территорию отхватил. Знает, пускай воюют в пизду. Эта крепость-то побачи будет, блядь, смотри. 2500 и здесь 1750. А чё атака? 26, а здесь 29. Так, ну и вот этими ребятами надо куда-то сходить, блядь. Пойдем зиком полетаем. Вот они, петухи едут. Какое-то доп. Задание здесь по-любому есть, я так чувствую. Сейчас пооткрываем. Вон там где-то шахта какая-нибудь охуевшая. О. Так. Тут прям где-то я уже прям чувствую, уже где-то близко, в деревьях, блядь. Есть какое-то охуенное доп. Задание. Так. Паровая крепость. Эй, съебись. Летаешь тоже. Так, тут казарму разъебать надо, он вряд ли будет строить. Так, ну тут опасненько находиться. Ну нахуй, ты чё, бля, не стреляй мы у Зика, сукин сын. Съебаемся. Увидел зеленого человечка, блядь, да? Сука, съебись, короче. Так, желтые. Всем постам, блядь.
Нападаем на петухов. Разъебываем. Зеленый то же самое, блядь, давай-ка. Ебашим. Вперед, короче, вот на крепость, на вот эту ебашим. Хотя нахуя? У меня ж пушки есть, вон. Давай-ка. Это ладно, оставим пока. Ладно, пускай разъебывают всю эту хуйню. Все равно я уже, блядь, пиздец. О, нихуя. По-любому там можно левиафана строить, смотри-ка. Сука, я прям как знал. Зика чуть не разъебали. Чё, доп. Задание не появилось? Смотри, появилось. Тяжелая техника, сука. Бля, сейчас как не захватим. И тут где-то еще есть вот это, да? Пушки, вы что-то хуйней какой-то занимаетесь, блядь. Давай-ка вот так. Хорош. И дальше. Вот сюда. Пушкам отдельно. Вот так. Чё у нас там, блядь? Телескоп ебаный. Давай-ка вот сюда-ка. Так, зеленая армия вся. Вперед. Сейчас мы поюзаем, что тут можно. Сука, джиггернаут. Карбонильский танк можно делать. 600 тимония. Ну, конечно, танк ебейший просто. Сейчас у них не будет уже таких танков. Если они только отсюда шли. Это пиздец, они разъебут. Так, и бункер перед городом, походу, последний стоит. Так, ну, тяжелая техника у нас есть. Че у него, кстати, по оборонке? Ну, как обычный этот самый. Давай, заебал, чинись. Так. Посмотрим. Карбонильский танк. Что-то мне не хватает, блядь. Вот этой хуйни надо слить пехоты немножко. Минус, минус, минус. Где там еще они есть у нас? Вот этих сольем. Построим. Хуя у них стоимость. Тут производится быстрее, потому что здесь промышленные есть. Здесь помедленнее будет производиться намного. Зато там военных дохуище. Так, тут все заебись. Остается город разъебать. Сейчас я на телескоп еще направлю. Так. Желтые. Собираем всю хуйню. Давай, как сделаем? Так, въебем. Зеленые. Так. Так, и желтый, по-моему, телескоп надо направить. Где он тут, сука? Здесь все, пизда вам, ребята, сейчас наши подойдут, все, ничто вам не поможет. Так, это все хуйня. Ну все, марш бросок финальный просто. Так, зеленые пойдут первыми. Дальше желтые. Так.
Где там этот дурачок? Еще пока доедем. Вот тут петух какой-то стоит, Леопольда, бля. Че он умеет? Нихуя не умеет. На тебе просто, Леопольда, блядь. Все сейчас разобьем. Сука, калькулятор не задела, нихуя. Где там наш дирижабль? Вся эта хуйня вперед. Город на захвате. Зику вообще похуй, он сверху летает, смотрит на всю эту пыль. А что за карта? Что-то она какая-то знакомая. Ну, я не знаю, что за карта. Мост. Мост Ранкони, может быть. Я уже, блядь, точно не помню, откуда она. Да что-то такое, ну. Может, что-то Сигин, наверное, напишет. Мы победили. Вообще не будто я ее видел. На сплэшафтах видел, ну, будто видел бы. По-любому. Что-то на мост Ранкони похоже, блядь. Не помню, какая там. Или какие-то вот... Война в облаках, блять, наверное, что-то такое. Здорово. Сколько часов я там мерил? Ну-ка посмотри. Смотри, час 10 просто, блядь.